Итак, всем привет! Сегодня в нашем обзоре очередная BMW, какая по счету уже не знаю. В следующий раз попробуем какую-нибудь другую марку найти. Вот, и уже второй раз подряд семерка BMW. Но семерка у нас не F01, точнее F02, как была в прошлый раз, а предыдущий кузов E66. E66 это версия Long, обычная версия имеет индекс E65. Вот, автомобиль этот выпускался с 2001 по 2008 год. В 2005 году произошел рестайлинг, наш автомобиль 2005 года, и он уже рестайлинговый. Изменения довольно значительные были, особенно внешние. То есть, в принципе, элементы, которые изменились, вполне стандартные. Это решетка радиатора, оптика, форма капота, чуть-чуть форма крыльев, бампера, крышка багажника. В общем, часто производители эти элементы меняют, но тут визуально изменения очень бросаются в глаза. Также были и технические изменения, в частности, появились другие двигатели, и задняя колея стала чуть шире. Вот. Ну и по салону, как обычно, тоже были некоторые изменения. Вот, на мой взгляд, про эту машину будет даже интереснее порассказывать, покататься на ней, посмотреть про нее, поскольку, когда мы снимали F02, там понятно, да, довольно свежий представительский класс от BMW, там все круто, но там и цена космическая. А эти автомобили вот 5-го года, я смотрел, стоят, ну, 1600-800 в зависимости от состояния и комплектации. У нас, кстати, как я уже сказал, лонг-версия и довольно хорошая комплектация. На что еще хотелось бы обратить внимание, пока мы стоим у морды, это решетка радиатора. Вот владелец машины вот окантовку вот эту покрасил в черный, ну не сам, естественно, СТО, но когда вот заводские такие идут, называется Shadow Line. Но стоят они вообще космических денег, покрасить куда дешевле и смотрится, на мой взгляд, прикольно. Еще, кстати, по поводу ангельских глазок. Вот они сейчас тут не работают временно, они буквально недавно перегорели. А почему хозяин их сразу не поменял? Потому что, чтобы их поменять, надо снять бампер и вытащить фары. То есть, соответственно, уже такое довольно глобальное вмешательство в автомобиль. И не всегда так сразу на это время найдешь. Поэтому вот временно пока без ангельских глазок. Пойдемте обойдем вокруг. Конечно, сзади мы посидим, но поскольку это лонг-версия, сзади рассказывать, ну, довольно много, там, конечно, много всяких приятных опций. Предлагаю сначала заглянуть в багажник. Так, надо открыть машину. Вот, кстати, электронный ключ. Он также запоминает там положение руля, положение сидений. Все, открываем. Вот. А, да, кстати, я уже забыл, на многих немцах такая фигня, что когда один раз нажимаешь открыть, открывается только водительская дверь. Второй раз нажимаешь, открывается уже полностью центральный замок. Так, у нас электропривод двери багажника, точнее не двери багажника, а крышки багажника. Но вот я вам скажу, для такой огромной машины багажник очень маленький. При этом, ну, понятно, сзади спинки не откидываются, поскольку там такие сиденья, куда их откидывать. И лючка тоже никакого нет. Но зато есть запаска, что отличает эту машину от более современных ее сородичей. Вон полноразмерная, здоровая запаска. Так что, если что-то вдруг случится на дороге, не придется без воздуха ехать до шиномонтажки. Еще на что хотел бы обратить внимание, это заводская тонировка. Особенно классно смотрится заднее стекло. Видите, оно переливается таким оранжевым. Это вот сделано с завода. И вот у нас сейчас как раз такая погода, что это отчетливо видно. То есть, если вот воду смахнуть, этого эффекта уже не будет так видно. Вот. Что касается задних стекол дверей, то если под определенным углом посмотреть, тоже чуть-чуть оранжево видно. Но уже значительно меньше, чем на заднем стекле. Ну, не знаю, зачем так сделали, видимо, из соображений безопасности. Ну, тонировка здесь крутая, смотрится просто отпад. Так,
мы сели на самое главное место в этом автомобиле, это место заднего пассажира. Почему говорю, что самое главное? Потому что, поскольку это лонг-версия, тут комфортнее всего находиться. Места перед коленями просто дофига. Вот мой рост 186, у меня от коленок до переднего кресла еще сантиметров 10, наверное, не меньше, а то и 15. Также я свое кресло могу настраивать как только захочу. Куча регулировок, в том числе ломающиеся спинки. Вот можно, например, нижнюю подушечку выдвинуть. Можно вот там спинку откинуть, как тебе нравится. В общем, настраиваешь как только хочешь. Вот тут, кстати, четырехзонный климат-контроль. Вот тут сверху можно настраивать тебе, как нравится. Но тут настраивается только кондиционер. Если хотите уже теплый обдув, то через iDrive. У меня сейчас ключ, просто машина не заведена, поэтому монитор не работает. Конечно, по сравнению со следующей, да, BMW, в следующем кузове, который мы снимали, тут были у каждого свой монитор. Тут один на всех, но тем не менее, вещь прикольная. Его можно вот там наклонить, как хочешь, повернуть в свою сторону, если нравится так. Также подлокотничек. В подлокотничке у нас тут довольно много места, плюс телефон BMW-шный, но он сейчас, батарейка вытащена, не работает, потому что, ну, он просто не нужен владельцу данного автомобиля. И сзади есть еще холодильничек, причем такой, не сказать, что сильно маленький, довольно много туда чего можно положить. Есть зеркальце, его также можно вертеть, как хочешь, смотреться в него. Ну, это такая опция. Не знаю, нужна, не нужна. Только если женщину возить, то нужна. А мужику холодильник есть с пивом, и нормально. Так, давайте теперь расскажу про моторы. Для этого мне придется подержать капот, поскольку эту зиму газовые упоры не выдержали и уже не особо его держат. Да, не то, что не особо, вообще не держат. Вот. В дорестайлинге из бензиновых двигателей самые популярные были это трешка, 3.6 и 4.4. Также был еще 6-литровый V12, но довольно редкий автомобиль, с этим двигателем не так часто встречается, да и особо нафиг никому не нужен, поскольку, сами понимаете, с V12 еще и не свежим можно геморроя хапнуть вообще не слабо. А нужна ли эта мощность этому автомобилю или нет, ну это спорный вопрос, все-таки это не спорткар, а автомобиль для комфортного передвижения, в принципе, и V8 ему вполне хватает. Трехлитровые моторы, ну вот в дорестайлинге был M54, после рестайлинга пошел M52, там стало чуть побольше лошадей, но тем не менее, я считаю, что для двухтонной машины это не очень хватает. После рестайлинга вместо 3.6 и 4.4 пошли, соответственно, 4.4 или 4.8. И все это моторы серии N62, то есть V8. У нас как раз BMW 750, у нас 4.8. То есть, грубо говоря, максимальный двигатель, да, из V8 для этой линейки. Он имеет 360 лошадей, и этой машине его за глаза. Я считаю, V12 вообще ни к чему. Вот. А трешки все-таки маловато. Что касается мотора N62, то ходят слухи, что это самый геморройный мотор. Один из самых геморройных моторов у BMW. Что проблем с ним много. Но проблем с ним много ввиду возраста и наплевательского отношения к нему среди стороны владельцев таких автомобилей. Потому что за ним надо хорошо следить, вовремя его обслуживать, заливать качественное масло. Тогда особо проблем быть не должно. Ну вот, например, у этой машины пробег 160 тысяч. Он масло вот от замены до замены грамм 300 всего ест. Это очень немного для V8 с таким пробегом. Чаще всего жор масла куда более значительный. И это связано с тем, что уже изнашиваются, дубеют, точнее, маслосъемные колпачки, залегают маслосъемные кольца. Все это поменять, конечно, недешево. Поэтому, если вы покупаете старый, ну как старый, 10 или более летний BMW с V8, будьте готовы к дорогостоящему ремонту. Также у него бывают проблемы с тем, что рассыпаются катализаторы и частицы затягивают цилиндры, поэтому на них задиры. Они встречаются очень часто, задиры, потому что не все люди вовремя вырезают катализаторы. И, соответственно, если вы решили покупать, то обязательно такой мотор нужно посмотреть эндоскопом. Ну, конечно, еще были дизельные моторы, но про них я, как обычно, ничего не расскажу, потому что у нас в Сибири они крайне непопулярны, дизель. Вот. И буквально я вчера на дроме посмотрел, там 2-3 машины дизельных таких есть. Поэтому я о них особо ничего и не знаю.
Вот мы и на водительском месте. Тут, конечно, не так козырно можно развалиться, как сзади. Вот, но тем не менее, кресло поддерживает все те же функции, что и сзади, те же ломающиеся спинки, куча электронастроек. Тут еще есть боковые упоры подкачивающиеся. И что примечательно, когда машину глушишь, начинаешь выходить, он их сдувает до упора, чтобы было легче вылезти из-за руля. А когда садишься в машину, заводишь, он наоборот тебя поджимает. Очень удобная вещь. Что касается качества материалов, то тут, конечно, все круто. Кожа хорошая, вставки из натурального дерева. Также раздельный климат-контроль. О, телефон. Второй, кстати, телефон. И вот он подключен, да, чтобы его не доставать, номер не набирать, можно выдвинуть вот так, тут набрать, позвонить и по громкой связи разговаривать. Ну, понятно, там пепелка, тоже полость мелкая для хранения чего-то. Подстаканники такие прикольные, задвигаются такой штучкой. Также система iDrive, то есть также всю информацию, все настройки автомобиля можно тут производить. Также можно это все делать и заднему пассажиру. Что касается селектора КПП, то тут нету ни привычной ручки, ни даже джойстика. Переключается все вот тут вот на руле. Сначала это, конечно, кажется неудобно, но я спросил у владельца. Он говорит, что он привык и ему очень нравится. Также можно листать передачи вручную. Вот на руле вот тут две кнопки и сзади еще также две кнопки. Одни кнопки для повышение передачи, другие для понижения. Но мне кажется, они так неудобно расположены, что пользоваться этим никто не будет. Ну да, мне и руль, вот мне кажется, не очень удобный. Он, конечно, для представительского класса там и не требуется какой-то спортивный руль. Но вот что неделю назад или там две недели назад мы снимали BMW F02, там мне руль тоже казался неудобный. Что здесь? Вот ей-богу, мне кажется, на моем Субарике руль Момо гораздо удобнее. Вот здесь как-то высоко эти спицы расположены, и, ну, наверное, все индивидуально, кому как. Вот, что касается панели приборов, то она имеет классическую оранжевую подсветочку, но дизайн чуть-чуть вот отличается от классики. Кому-то нравится, кому-то нет. В принципе, на мой взгляд, смотрится довольно хорошо. Что еще можно отметить из опций? Из опций есть люк. Не знаю, нужен ли он на автомобиле с четырехзонным климат-контролем или нет. У меня вот в машине есть люк, я им мало пользуюсь, потому что летом много пыли, и когда люк открываешь, пыль налетает, куда комфортнее пользоваться климат-контролем. Я думаю, про салон уже достаточно я рассказал, пора ехать кататься. Так, вот мы и выехали на северный объезд. Когда, конечно, садишься за руль, начинаешь ехать, первое, на что обращаешь внимание, на огромные габариты этого автомобиля. И вот, ну, поскольку уже стоимость машины такая, что люди, которые покупают эти машины, ну, они уже точно не будут нанимать себе водителя. На таких машинах, если ездят с водителем, то вот, когда ее 10 лет назад купили новую, и так до сих пор и ездят, просто пока еще не поменяли на более свежую. А так, в основном, все ездят без водителя, и, конечно, ну, лично на мой взгляд, не знаю, может, я в силу того, что молодой еще или еще что, но я бы вот семерку себе не стал брать, потому что, ну, это огромная баржа. Вот у меня нету потребности, чтобы в ней было дофигища места там или так далее. Я лучше бы взял пятерку. В принципе, она тоже довольно комфортная и больше как-то именно ощущение от вождения дарит, нежели вот эта машина. Вот. А если вы, конечно, хотите просто вот абсолютный комфорт в передвижении, да, то да, можно посмотреть семерку. Что касается особенностей эксплуатации данного автомобиля в зимний период именно, потому что, я думаю, многих этот вопрос волнует, все-таки задний привод, полноприводных таких не бывает, то ввиду своего веса автомобиль весит около 2 тонн. Даже на скользком покрытии он отлично держит дорогу. Да, конечно, вы как на полном приводе не сможете очень быстро там стартовать или разогнаться, но тем не менее. Также здесь, естественно, есть система стабилизации, которая также помогает на скользком покрытии вести машину. Ее, кстати, тут нельзя отключить ни полностью, ни частично. Можно отключить только если, ну, к сканеру подключать,
и уже на компьютере отключать. То есть просто из салона этого сделать нельзя. Что касается различных электронных там систем, то в качестве опции на этих машинах есть активные стабилизаторы Dynamic Drive. То есть, соответственно, что она делает? При входе в поворот зажимает стабилизатор поперечной устойчивости, крены становятся гораздо меньше. Также в качестве опции есть регулируемые стойки амортизационные, то есть также можно выбирать там спорт, комфорт. Плюс еще опционально есть задние пневмостойки. Вот у нас из опций, по идее, есть все. И регулируемые по жесткости, и сзади пневмо, и стабилизаторы тоже электронные. Но ввиду того, что автомобиль уже в возрасте, вот предыдущий, видимо, владелец поменял все это уже на обычные, потому что ставить это все новое электронное очень дорого. И, ну, по факту этих опций уже нет, но вот нынешний владелец хочет все-таки это все дело восстановить, чтобы все в машине было как надо. Что касается шумоизоляции, то вообще замечательная шумоизоляция. Здесь двойные также стекла, вообще не слышно, что снаружи происходит. Вот мы едем, ну так, чуть-чуть дорогу слышно, прям совсем немножко. Стоимость и содержание данного автомобиля, я думаю, у многих интересует этот вопрос. Что можно сказать? Первое, это на что будет владелец тратиться ежедневно, не знаю, еженедельно, это на бензин. Расход топлива здесь, ну, литров 20-22, вот сейчас по зиме. По летом чуть меньше. Ну, по трассе, соответственно, тоже расход меньше. К этому тоже нужно быть готовым. Что касается ломучести данного автомобиля, тут вообще все зависит от первоначального состояния. Вот если вы взяли живой экземпляр, то да, будут какие-то поломки, поскольку технически автомобиль довольно сложный, ввиду возраста он в любом случае что-то да, будет выходить из строя, ремонтировать придется. Но если выбирать там не оригинальные запчасти, а подбирать хорошие дубли, стоимость запчастей не такая уж и большая. Вот мы снимали, например, BMW шестерку, да, там владелец называл стоимость запчастей. Я просто в обморок падал после каждой цифры. Вот. Но это он все покупал оригинальные запчасти. С владельцем данного автомобиля я поговорил. В принципе, даже немецкие дубли стоят реально в раза в три дешевле, чем оригинал. А ходят, ну да, может быть, чуть поменьше, но точно не в три раза. То есть, наверное, более рационально все-таки покупать дубли. А дубли стоят, ну, тоже, конечно, не сказать, что дешево, но не космических денег. Что хочется сказать в заключении. Машина, конечно, сама по себе хорошая, но ввиду возраста живых осталось очень мало, поскольку мало кто их ремонтирует на совесть. Часто люди, когда сталкиваются с каким-то более или менее дорогостоящим ремонтом, они делают просто, ну, максимально дешево, лишь бы продать. А что там будет дальше, уже никого не волнует. И так вот, машина, когда меняет несколько подобных владельцев, она просто превращается в дрова, которые никому не нужны. И тем не менее, потом найдется какой-нибудь лошок, который купит его, и потом будет ныть, что BMW говно, ломается постоянно и так далее. В общем-то, на этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Скажу свои 5 копеек. Я вот тоже прокатился на своей любимой марке. Я ехал вот от города до трассы, получается. Ну, что вот очень приятно в этой машине? Во-первых, она огромная. Все от тебя маленько так щемятся в разные стороны. Но опять же, черная BMW. И вот, да, я там даже не пропустил одного чувака. Но он такой какой-то странный. У него даже стекло на отвертку держалось. Ну, не суть важна. Мне, конечно, ощущения понравились. И вот самое, ну, такой вот плюс в этом автомобиле, что вот, ну, подобный автомобиль максимальной комплектации, там какой-нибудь 6-литровый, 5-литровый, он стоит, ну, максимум там 750-800 тысяч, причем это будет один из самых дорогих вариантов. То есть, ну, должен быть в хорошем состоянии. Ну, конечно, лучше его посмотреть на станции, на хорошей станции.
И то есть за 800 тысяч ты можешь получить себе очень комфортный, очень престижный автомобиль, который до сих пор как бы, ну, считается хорошим автомобилем на дороге, на который там разворачиваются люди, смотрят. Ну, выглядит он действительно здорово. Поэтому за сравнительно небольшие деньги можно стать крутым чуваком на бэхе. А чё нет-то? Поэтому вот, на этом мы закончим. Пока!